Ербулетдинов имеет высшее образование. В 1998 году он окончил Казахскую государственную академию управления по специальности экономист-информатик. В 2015 году получил диплом университета международного бизнеса по специальности менеджмент. Трудовую деятельность начал в банковской сфере, где занимал различные руководящие должности. Здесь очень много вопросов в части совершенствования развития малого бизнеса. Совершенствование в плане вопросов, затрагиваемых и налоговой части, и инвестиционной, финансовой, и даже какой-то административной политики. Поэтому деятельность Атамекена, она вносит свою лепту в развитие именно малого и среднего бизнеса. В Палате предпринимателей Западно-Казахстанской области отметили, что только в этом году к ним поступило порядка 150 обращений от представителей бизнеса. Половина из них решилась положительно. Защищены имущественные права предпринимателей на сумму 50 миллионов тенге. Мы проводим здесь работы по обеспечению товаропродвижения наших товаров, то есть на прилавке торговых сетей, в закупках государственных, в закупках квазигосударственного сектора. Вот в этом случае мы рекомендовали сумму на 1,5 миллиарда. Это товары местного производства, из них наполовину осуществлены закупки. Ну и, конечно, здесь идут у нас еще сопровождение бухгалтерского учета, налогового учета. Мы также сопровождаем таможенное сопровождение, производим. В Палате предпринимателей отметили, что с каждым годом ситуация в сфере защиты прав бизнесменов улучшается. Это способствует росту экономики Казахстана и привлечению в нее инвестиций. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.